привет на канале AgroLife. Сегодня мы снимаем видеообзор на дисковую борну производственной марки Stilmer. Это навесная борона 2,4 метра шириной захвата на 16 рабочих органов. Далее, второй важный фактор качества — это режущий узел. Дело в том, что где вообще может сломаться этот режущий узел? Первый момент — это отлетают вот эти щеки. Чтобы этого не происходило, мы их провариваем с двух сторон, здесь и снаружи. Таким образом, щеки крепятся надежно и не отлетят в момент критической нагрузки. Я знаю, что если этого не делать, то такие эксцессы у некоторых конкурентов наших бывали. Второй момент. Обслуживается этот рабочий орган благодаря тому, что здесь нужно снять стопорное кольцо. Под ним идет корончатая гайка. Эту корончатую гайку иногда нужно подтягивать, когда происходит люфт у этого диска. Соответственно, после подтяжки корончатой гайки, либо ослабления, если пережата гайка, нужно прошприцевать консистентной смазкой с помощью данной масленки. Также масленка обязательно стоит сзади по ходу движения, чтобы она не забивалась и не сломалась от земли и камней, которые в земле находятся. Далее, что немаловажно, вот эти щеки мы привариваем до того, как обработать внутреннюю поверхность под подшипник. Почему это важно? Потому что если щеки приварены, сначала обрабатывается поверхность, а потом привариваются щеки, то данная конструкция становится эллипсной из-за того, что от сварки ее ведет. Соответственно, подшипники здесь становятся неровно, несоосно, и на них приходится неравномерная нагрузка. Поэтому они быстрее выходят из строя. А так как этих подшипников здесь H16, это немаловажный фактор, чтобы вы могли спокойно работать и не тратить время на их обслуживание часто. Ну и, соответственно, деньги. Дальше. Диски здесь используются из борсодержащей стали толщиной 6 мм здесь. Некоторые используют 5 мм, но 6-мм диски прослужат на 15% дольше. Соответственно, они будут медленнее стираться и, соответственно, вам надо будет реже их менять. Соответственно, качество данной бараны скрывается в деталях. И при этом она стоит приемлемую цену относительно рынка дисковых барон в России. Поэтому звоните, мы вас проконсультируем и заказывайте наш борный Stilmer.